Доброе утро всем! Мы разложили сегодня розочки. Антоха мне все помогал. Складывала эти розочки в коробочку. Не знаю, куда их использовать, но просто так тренировалась, пока была жара вчера. Палку взять. Что? Папанька пошел палку. Закрашивай весь круг белый. Так, Антон Сергеевич, пошлите одеваться. Пока, Андрюш. Пока, да. Ну потом я тебя дорисую. Ты меня дорисуешь. Мама, глянь, вот вчерашний. Клетку я еще вчера. Телефон пока. Да подожди, надо еще одеться. С чем, Антош, тебе с чем? С луком? Нет, у меня с компьютером. Нет, ты с дедушкой сейчас пойдешь заезжать, хорошо? Так, все, сына, пошли. Поехали, вернее. Это вот день урожая. Да, у Григория день урожая. Обалдеть, два огурца. Два огурца на салат. Кукуруза, обалдеть. Сегодня будем варить, да? Да. Огурец это мой, маленький, это Сережа. Ну, я потому что чаще поливал. Да, у тебя лучше вырос. Ну, да. Хорошо, пошлите пирожки, будем Машку Веру сейчас вспоминать. Пошли. Горохом есть? Нет, вот горохом все разобрали, пап сказали. Кукурузу собрали. Потом, мама, я поливал, опа, на один огурец, опа, на другой огурец. Обалдеть, молодец. Так, мы еще раз едем к стоматологу, потому что к 9 приехали, а сказали, знаете, из серии психолог своего психолога. В общем, стоматолог у какого-то там врача. Что у тебя за наклейки? Пока. Пока, сынок, ты помогаешь Гришеньке? Дома тролю. Дома тролю. А ты дом строишь? Да. Давай. Так, Антон Сергеевич, давайте в машину. Сейчас. Поехали. Все, Гриш, ты так подержи, чтобы оно хорошо приклеилось. Оно сразу не приклеится. Ты его держи, оно потом приклеится. Понял? Так, все, сынок, поехали. Мама, пока. Пока, пока. Так, ну что, Антон Сергеевич, полечили зубик. Да, сынок? Что такое грустный? Больно было? Не больно? Покажи, что тебе за подарок сегодня дали. Мелочи, а что ты такой говоришь? Что дежки Лёни там нету? Что дежки Лёни нету? Что ты грустный, говорю, почему дежки Лёни нету? Да? Что ты, разговаривать хотя бы можешь? Разговаривать можешь, Антон Сергеевич? Антоша! Вы это где? У дежки Лёни? Нет. Здравствуйте. Все хорошо. Расскажи. Расскажи, как тебе лечить? Не было же дежки Лёни. Мы не заходили. Антош сказал, не надо, если дежки Лёни нету. Да? Так заходи туда, переодевайся, Антошик. Сынуль, можно я присяду сюда? Ты тут вяжешь? А мне тогда где вязать? Там. Дай мама присядет, а ты там пойди, хорошо? Что там за гонщик? Иди сюда ко мне, едь, расскажи. Расскажи, сынок. Тебе завтра в садик? Бабочка. А моя бабочка. Помоги, пока мою. Так, не надо ничего ловить, иди езди. А вот так, когда я мою бабочку. Она маленькая, потом вырастет, будет большая, хорошо? И мы ее потом поймаем, ладно? Мама, я мою. Только не сейчас, ладно? Давай, гони быстренько. Смотрели тут мои мальчишки Майдадыра и заснули. Представляете, это те, кто не хотел спать в обед. Фонька и Антоха. У нас сейчас вообще-то 5 вечера уже. Все, мы повязали, родители уехали. Я сейчас на кухне, как всегда, нужно за целый день. То, что после обеда, получается, посуду не мыла. Сейчас быстренько приберусь. Пойдем мыться, собираться уже на карате. Сегодня же понедельник. Так что пойдем. Я буду ходить. Хожу по 1.5 часа примерно. Ну, плюс-минус 2, 1.5, как тренировка.
Вот сейчас уже очень рано темнеет. Раньше тренировка до 8:30 была, но сейчас 8. Уже начинается, знаете, смеркалось. И поэтому уже 8 тренировка заканчивается, потому что дети многие сами ходят. И чтоб обратно возвращались не по темноте. Вот я сейчас, в общем, займусь посудой, и потом пойду в душ. В летний, боже. Одна прелесть от жары, что можно мыться в летнем душе. Не знаю, мне кажется, это вообще круто. Я люблю летний душ. Особенно, когда там теплая вода и не дует. Потому что если чуть-чуть прохладно, то очень начинает дуть. Так, в общем, все, пошла мыть посуду. Григорий, да, на карате ругают, если без носков. Носками только лечу белые. Мама, я кепочки поменяю. Поменяйте, пожалуйста. Так, ну что, пойдем? Счастливая моя кепочка эта. Бери воду. Гриша, а куда мы приехали? А зачем мы вообще? Не знаю. Блин, я Сережа не буду. Почему? Я запомнила его в тот раз. Так, давай. Я его больше не прощу, я поклялся. Гриша, я тебя умоляю, пожалуйста, Гриш, тебе сколько лет? Я больше... Ну все, не надо вот это даже такое говорить, пошли. Сегодня же должно быть затмение Луны. Ёжичек арбузик кушает. Да. Сейчас, да, я сюда. Понятно, не мешай случайно. Нет. Ёжик, арбуз я его положил. Вот он, видишь? Это маленький. Антош, не пугай его, а то он сейчас... Он наглый, наглый. Да, он света боится. Все, выключай. Да? Бассейн не того. Мама, нам бы еще этот трамплинчик, знаешь, вот это, чтоб прыгать. Тынь-тынь. Куда, сюда? Нет, в бассейн к нам. Да? Чего? Не знаю, котик, это с папочкой. Только овощной. Овощной перец. Гришин, подай мне вилочку, пожалуйста. Это как тушеная капуста. Вилочку подай мне, и руки помыть надо. Да, как красиво. Что в следующем году у него же там есть свободный домик. Кепку, может, надо снять. У него же там есть свободный домик. У кого? Ну, у папы для пчел. Не знаю. Такой хочет мне семью с одной купить. Гриша, давай там есть. Там пол-литровая банка стоит 300 рублей. Не, ну папа так сказал. Гриша, ну как тебе перец без котлеты? Нормально. Можно кушать? Я лучше с котлетой. Лучше с котлетой? Мне тебе как, сынок? Я почему-то в детстве любила без котлеты. Вот такое овощи. Да? А мы же привыкли, мы же мясные родня. Мы любим с котлетой. Мама готовила всегда это, даже ленивый перец. А вот видно, уже начала луну закрывать, да? Сейчас она вот настроится, глянь. А в 21:30 что должно быть? Она подкраснеет больше. Глянь, ну, раз немного, небольшое видно. Глянь, как здорово. Ты хочешь поиграть здесь? Домик. Домик, да. Посмотри, какой красивый. Ой, а какая мебель тут у Маргариты. Посмотри, какая прелесть. Да, сынок? Обалдеть. Какой шкаф. Очень все хорошо сделано. Слушайте, ванна даже есть, да? Дверцы открываются. Тут даже полочки. Даже унитаз есть деревянный, представляешь, который открывается. Здорово. А будет какать. Будет какать, да, кто-то. Тут даже ящички выдвигаются, как будто спичечные коробочки. Да, кроватка, да? Столик, креслица, а вот стульчики, да? Как красиво. А вот мой. Отдали хоть 200 рублей ей. А Даша приходила, Даша еще. Серега отдавал 200 рублей. Нет, значит... может за вас, она вам принесла, я. Не, ну там сон белый. Это есть. Не знаю. Что красную рыбку. Ну вот же вот маленький сумок.
он еще не вырос, да? Я что-то не знаю, Юрий. Кто колется, сынок? Угол. Ёжик? А ты видел тоже его? Да. А что он кушал? Арбузик. Арбузик, да? Он, наверное, вкусный арбузик, да? Ага. А я когда Алани. Вот у нас нету ёжиков, да? У дедушки живет, да? Да. И не боится вообще никого, да? Храбрый это какой-то. Маленький. Те уже есть такие подросшие. 5, даже 7 штук. И тоже выходят, да? Да. Ам-ам. Кто там? Это хорошо. Котик. Красивый, беленький котик. Афоня только боится его. Кот боится тебя, а ты кота, да? Кот меня, а я кота. Все, ты его положил. Он тоже же маленький. Сейчас, наверное, что же спать пойдет. Ежик ушел, давайте посмотрим. Да, уже ушел. Пускай спит. Ежик уже убежал. Так, Григорий, где твоя кепка? Интересно, что у тебя. Сейчас открою. Вот какая. Ой! Какое затмение. Так, мы уже дома. Сейчас приближу вам луну с нашего дома. Ну, такой же маленький кусочек снизу. Такое вот затмение у нас, да? Угу. Угу, ты видишь, какое? Но оно не красное какое-то, как говорили, кровавое будет. Оно не красное. Лично у нас просто чуть-чуть... А, у сына ты меня толкаешь. А вот это что такое у нас сидит интересное? Как будто бабочка, но это не бабочка. Папуля тут поливает нам газончик. Вручную практически. Да, днем в такую жару мы не поливаем, только ночью, потому что 40 градусов, даже на солнце больше. For all the times that you ain't on my parade, and all the clubs you get in using my name, you think you broke my heart, oh girl, for goodness sake, you think I'm crying on my own, well, I ain't.